Всем привет! У нас новое пополнение. Мы все-таки купили настоящих кифсиков. Посмотрите, какое чудо! Это одна из трех наших многоножечек, божечки. Я восхищена, собственно, Настена у меня тоже. Она молчит, потому что у меня чуть-чуть приболела. Посмотрите, красные ножки, красная головка и черное тело. Такой кифсичок у нас один. Мы еще купили двух зелененьких билайнов. Но они еще меньше даже этого, поэтому мы не будем сейчас показывать. Это чудо. Потрясающе просто. Но это еще не все. Вот там прячется, отдыхает с дороги. Угадайте, кто? Тигренок. Тигренок чернокожий. Кожий тигренок. Пока без названия. Имя мы ему не придумали. Трогать я его тоже не буду. Пусть отдыхает. Он с дороги. У ребятенка получился стресс. Если у вас есть варианты, как назвать черноножика нашего, напишите нам в комментариях, пожалуйста. И еще один сюрприз к нам приехал. Самый долгожданный мой. Та-дам! Посмотрите, посмотрите, кто ко мне приехал. Я себе сделала вновь подарок на день рождения. Да-да-да, я купила мега-мосичек. Таких веерочков. Держала их давно, соскучилась. Один малыш отдыхает, а второй завис. Но я его потревожила. Прошу прощения за шум. Это наши шушки.